Приветствую! Сегодня делаем разбор песни из репертуара Владимира Кузьмина с названием «Мне снятся странные сны». Разбор делаем в родной тональности, ре-мажор. Итак, я сыграю вступление, куплет с припевом, петь я их не буду, я на гитаре вокальную партию сыграю, ее разбирать я не буду, эту партию вокальную. Дальше сыграем проигрыш соло, его разберем. Дальше пойдет припев. И после припева соло заключительное, которое в песне. И тоже его будем разбирать. Вот как-то так. Давайте сейчас я вам все сыграю и разберем. Приступим. Ре-мажор вступление. По ре-мажору играем от 4 до 1 струны, играем медиатором. Дальше играем вверх и играем хаммер 3-ю струну, то есть с открытой, и прижимаем на 2-м ладу. Вот здесь мы играем 4-ю, 3-ю и 2-ю. Сначала. Дальше играем вверх, открываем 3-ю, играем 2-ю с 3-й. Затем шестая открытая. И на соль мажор играем шестую басовую. Сначала. Вот так. Сыграли бас. На подъем у нас получается, мы играем. Дальше. Играем такой перебор. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Сначала. Вот так.
Дальше играем снова ре мажор. Так само начинаем. Вот здесь играем два хаммера. Получается вниз и вверх. Дальше открываем третью, играем и идем снова на соль мажор. Еще раз вторую часть. Вот так. А здесь играем уже на сильную долю, шестую. Играем 6, 4, 3, 2, 1. Дальше играет пятая струна открытая, второй лад и третий лад на до мажор выходим. Сыграли пятую, дальше играем хаммер, четвертую струну из открытой струны на второй лад и затем третья открытая. Вот так. Давайте из второй части выйдем на это место. Вот, на до мы выходим тоже на подъем. Аж здесь сильная доля идет. Дальше идем на соль мажор. Играем 6, 3, 2, 1, 2, 3, 4. И идем на ре мажор. Играем по четырем нижним струнам вниз. Затем два вверх. Получается, два маха мы пропускаем. Затем вниз легонько. Вот здесь. Затем открываем первую струну, играем СУС-2. Играем один раз вверх. Затем закрываем. И снова вверх играем. Еще раз. Получается, мы все время снизу играем, только иногда играем в сильную долю вниз. Вот так. Давайте медленно сначала вступление попробуем сыграть. Вышли на куплет. Надеюсь, со вступлением все понятно. Куплет мы играем таким легким боем. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вот так. Дальше выходим на соль мажор. Играем 6, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Сначала. Вот так. Дальше второй раз играем. Дальше также на ре играем. Затем на соль. Играем 6, 3, 2, 1, 2, 3, 5. И выходим на до. И играем боем на до мажоре. Вот так. Акцент у нас идет на удар тот, который идет вверх. На соль мажоре то же самое. И на ре мажор. То же самое, что мы играли во вступлении. Акценты вверх. Вот так. И снова на повтор. Вторая часть куплета играется так же. Давайте попробуем ее сыграть. Вот так. Это все дело мы сыграли два раза. Затем выходим на до мажор. И на ля минор. Значит, здесь играем обычным боем, таким легким, как мы разбирали на ре мажоре, такой самый. Но здесь у нас получается сильная доля, вернее, громкая доля вниз у нас идет. Раз, два, три. То есть начинаем мы
Вот первый удар у нас идет громкий по всем струнам. Затем три удара тихоньких. Затем снова громкий. И три тихонько. Ля минор. Дальше си минор септокурн. Кто не знает, рассказываю. Баре второй лад. Вторая струна третий. Четвертая четвертый. Затем до мажор с мизинцем на третьем ладу на первой струне. Еще раз. Затем соль, ре. Дальше выходим на ля. Играем так. 5-3. Затем играем вторую с третьей. Вверх играем. Играем хаммер, вторую струну на третий лад. И потом убираем и играем в ля миноре. Вторую, третью. Вот так. Потом ре мажор. Играем 4, потом 3, 2, 1, 2, 3. Еще раз ля. Вот так. И дальше снова на до. Ля. Си. Так же само все играется. И после этого мы выходим на проигрыш. На проигрыше там все тоже играется, что на запеве, на первом проигрыше. Ре мажор, соль мажор, все то же самое, что в куплете. И что еще на акустике игралось? Значит, проигрыш в конце песни с ре минора начинался. Ну, здесь играл я уже таким боем. То есть раз, два по басовым ноткам. Четвертая, пятая струна, это на ре миноре. Два удара вниз. Потом громкий тоже вниз. Затем вниз вверх. На ля миноре мы уже играем вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Еще раз. Вот, вот таким боем. Ну, тут си бемоль мажор будет, баре первый лад, вторая, третья, четвертая на третьем. Фа мажор, ну, все простые аккорды. Баре первый лад, третья на втором, четвертая, пятая на третьем. И на соль мажор. И сначала. Это дело все мы играем три раза, и в конце песни сыграли на до мажоре вниз по всем струнам. Вот мы разобрали, что игралось на акустике. Давайте разберем, что игралось на электрогитаре. Значит, начинаем играть первый проигрыш. Начинаем из второй струны, десятый лад. С восьмого слайда на десятый подъезжаем, вернее, сначала. Вот так. Дальше 8, и слайдом выходим на 12 лад. На 12 из 10 мы выходим. Вот так. Дальше вторая фраза. Также начинаем. Получается 1, 2, 3, 1. Затем первую на 10, вторую на 10. И снова слайдом из 10 на 12 выходим вторую. Еще раз вторую часть. Дальше. Играем хаммер-пул. 12-й, 13-й лад, вторая струна. Дальше 10-й лад и 3-я на 12-м. Дальше. Играем хаммер из 12-го лада, 4-я струна на 14-й. И два раза, третья на 12. Дальше.
Играем вторую из 10 на 12 слайд. Дальше 10 лад, вторая. И третья на 11. Давайте еще раз. И после этого играем Hammer Pull, третья струна, девятый, одиннадцатый лад. И пришли на нотку Ре, на седьмой лад, третья. Вот так. Это была первая часть. Затем играем вторую часть. Значит, по Ре мажор, шестая струна, 10, пятая, 9, 12, четвертая, 12, третья, 11. Вторая, первая на десятом. Пятую и четвертую я одним пальцем, мизинцем держу. И первая, вторая тоже указательным одним пальцем. Затем вторая на десятом. И слайдом выходим из десятого на двенадцатый. Дальше. Играем пулом. Вторая струна, 13, 12, 10. И на третью, на двенадцатый. Получается двойной пул. Еще раз. Вот так. Дальше играем эту же фразу. Вот до этого места вторую, первую сыграли. Затем первая на четырнадцатом. И слайдом выходим сразу на 12, вернее на 15. И по соль мажору тоже играем 1, 2 на 15, 3, 16, 4 и 5, 17. Вот так. Дальше. Играем четвертая, третья и вторая струна, прижатая одним пальцем на 17-м ладу. Играем быстро. Затем вторую струну тянем из 20-го лада на один тон. Отпустили и сыграли. Два раза это играем. Дальше. Играем вторую на 20-м, третью на 19-м. И затем третью тянем на полтона из 21-го лада. Вот подтянули, сыграли. Потом три раза еще раз подтянутую играем. Отпустили, сыграли. И на 19-м один раз. Давайте вторую часть еще раз. Вот, это было первое соло у нас было. Давайте дальше разберем второе, которое было в конце песни. Начинаем играть по ре минору. Значит, шестая струна, 10, 13. Дальше. Одним пальцем безымянным я играю пятую и четвертую на 12. Затем ставим указательный палец на три нижних струны, играем 3, 2, 1. И первую на 13-м. Дальше. Слайдом уходим после 13-го. У нас звучит нотка на 12-й лад. Дальше. Первая 8, вторая 10, третья 9, четвертая 10, пятая 12, шестая 12, шестая 8. Сначала. Mm-hmm.
Дальше по ля минору играем в этом положении. Шестая струна 5-8. Потом седьмой лад 5-4. Одним пальцем 5-4. Затем 4-10. Затем указательным 3-9. Средним 2-10. Мизинцем 1-12. Вот, пришли на 12 лад. И слайдом уходим на 10 лад. И дальше по соль мажору играем. Значит, ушли мы слайдом. И с 10 лада начинаем. Первая 10, 7. Вторая 8. Третья 7. Четвертая 9. Пятая 10. Шестая 10. И шестая 7. Дальше по си бемоль мажору. И как мы пара мажор играли здесь точно так же. Шестая 6, пятая 5, 8. Потом под пятой у нас четвертая, одним пальцем прижимаем. Третья 7, одним пальцем вторая, первая на шестом. И первая на десятом. На десятый пришли и слайдом уходим уже на восьмой лад. Еще раз. Вот, пришли сюда, играем по фа-мажору. Первая струна 8-5, вторая 6, третья 5, четвертая 7, пятая 8, шестая 5. Дальше по соль мажору. Играем шестая, третья, пятая, два, пять, под пятой четыре.